Поздравляю, ты наткнулся на упоротую поэтапку рисовки головы боком. Как обычно, сначала определяем размер башки, с которой у нас будут беды. Рисуем такие дуги и не паримся, если они неровные и косые. Это все набросочек, а профиль головы будет потом. Примерно на середине головы у нас располагаются глазки. Сейчас тебе нужно нарисовать конус. И да, Мария Дмитриевна была права, геометрия пригодилась в жизни. В комплекте глазику у нас идут также веки, брови, реснички и тому подобное. Зачем тратить деньги на курсы, если можно стать бровистом прямо сейчас? А дальше у нас пошла ринопластика. С помощью кружочков мы рисуем носик. Не забываем правила: 7 раз отмерь, 7 раз поешь. Или там как-то по-другому было. Ну, не суть. Рисуем подбородочек аккуратненько, чтобы он не был похож на жопку. И следи, чтобы под подбородком не появилось еще 33 его друга-соратника. Актуальная тема после карантина. В концовочку хочу сказать, что волосы обязательно должны быть пышнее, чем сама голова. Ну, теперь можно считать, что курс молодого бойца по рисовке лица боком тобой пройден.